Всем привет. Куры занимаются, разгребаются, как обычно. Да? Вот порядок наводите? Дружок. Ты комментарии скажешь какие-нибудь? Жопу свою зачем показываешь? Фу, какой лохматая жопа у тебя. А, жопа лохматая. Я вам не показывал. Такое тут у нас животное есть. Она уже у нас почти скоро год будет. Она вот родила козлят нам. Козочку и козла. Уже рогатые стали. Да? Рогатые? И грудь такие, баловные. Мы сделали тут под кленом, сделали кормушку им. Я вам сено сейчас накосил, как травы. Дал им, они он теперь едят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.